Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате лоратадин. Лоратадин выпускается в виде таблеток. Действующим веществом его является лоратадин. Это противоаллергическое средство длительного действия. Быстро, через 30 минут, снимает симптомы аллергии и действует на протяжении 24 часов. Не вызывает привыкания. Обладает противоаллергическим и противозудным действием. Лоратадин назначается при сезонном аллергическом рините или риноконъюнктивите. Также показан при круглогодичном аллергическом рините, конъюнктивите, крапивнице, аллергических зудящих реакциях. Также это лекарство может применяться при псевдоаллергических реакциях, зуде различного происхождения, реакциях на укус насекомых. Взрослые дети старше 12 лет принимают внутрь по одной таблетке один раз в день. Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают при массе тела до 30 кг по половине таблетки. При массе тела более 30 кг по одной таблетке один раз в день. Курс лечения от 10 до 15 дней, если врач не указывает другой курс лечения. Рекомендуется избегать применения данного лекарства во время беременности. В период лечения нужно воздерживаться от занятий, требующих концентрации внимания, быстроты реакции, так как возможно развитие седативного воздействия. Такое влияние могут значительно усилить другие антигистаминные препараты – барбитураты, нейролептики, антидепрессанты, алкоголь, снотворные и седативные средства. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.